Всем привет, уважаемые зрители. Мы находимся сейчас в районе села Железнодорожное Бахчисарайского района. Здесь строится одна из самых масштабных развязок шестого этапа трассы Таврида. Она будет пересекать несколько дорог местного значения и железнодорожное полотно однопутное. На данный момент здесь идет устройство фундаментов, свайные работы, устройство буронабивных свай. А также уже видим, идет армирование ростверков и колонн будущих опор. Также идет формирование насыпей и выемок. Чуть правее дорога уходит, это на Севастополь, прямо маленькая дорога, это на сторону Красного Мака, Танкового, туда. Здесь вдоль железнодорожного полотна установлены новые опоры контактной сети. Мы можем наблюдать такие светлые пятна. Это вот места их установки. Вот это мы пролетаем над дорогой на Сирень. Видим уже готовые свайные поля из буронабивных свай. Здесь идет переукладка газопровода, траншеи вот эти. Сейчас полетим, посмотрим, долетим до перехода через реку Кача. Это будет отсюда 1,5 километра максимальная дальность, по которой у меня еще более-менее нормально можно что-то снять. Ну, не поднимаясь в космос, где-то со 150 метров. Там в конце желтой насыпи недавно работала буровая установка, делала буронабивный свай. Вот она уже закончила и уехала. Потом вот начнем откапывать, посмотрим, что там будет дальше. Вот впереди мы видим переход через реку Кача. Слева красивый железнодорожный мост первый. А вот сам, собственно, строящийся переход. Вот решил в конце снять небольшой облет буровой установки финской фирмы Джунтон. Уж очень она мне понравилась. Вот немного полетаем вокруг нее. Ну и в общем-то на этом завершается наше видео про
развязку на железнодорожном. Всем спасибо. И до новых встреч!